Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный. А необычный тем, что я недавно наконец-то осознал то, что зря я троллю все время вазочку Владика, такого хорошего, миленького человека. Я над ним так долго издевался, что он уже сам меня начинает троллить, и мне кажется, он потихоньку меня перестает любить. Возможно, даже ненавидит. А мы с ним братья как бы. Именно поэтому сегодня я решил ему кое-каким образом помочь. Я решил превратиться в медного голема и стать его помощником. Помочь ему развиться, добыть нужные ресурсы и вообще исполнить все его мечты. Ну а что будет в конце, я вам советую досмотреть. И тогда узнаете, мне кажется, вам понравится. Ну а перед тем, как мы с вами станем помощником, я надеюсь, то, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. А если еще нет, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также не забывайте подписываться на мой второй канал. А также на мой телеграм-канал, где постится очень много всего интересного. Вот реально советую, перейдите по ссылке в описании и увидите. Угу. Ну что, погнали помогать. Но для начала, да, я так просто спущусь. Необычно все-таки. Мне кажется, в таком виде к нему вообще не нужно подходить. Давайте-ка мы с вами как раз-таки сейчас превратимся. Я хочу стать медным големом, так что вот он. Медный голем. Опа! Все, мы с вами големчик. Это уже очень хорошо, и Влад находится как раз-таки в этой деревне. Так что давайте-ка отправимся к нему и сейчас уже попробуем как-то влиться в доверие. Главное не разговаривать с ним, хотя, по идее, он меня не должен будет слышать. Только бы понять, где он здесь находится. Вот и доброе утро. Опа. Пришел, значит, с утра кажется, в эту вижу. Деревню. Ничего не добыл по дороге. У меня нету еды, у меня нету нифига. Ну ладно, я сейчас добуду. Тут морковка была вроде. Даже картошка есть. Повезло, повезло. У него нету еды. Я знаю, как ему помочь. Я знаю, как ему помочь. Сейчас мы дадим ему жареную свинину. Мне кажется, это ему понравится. Или все-таки сначала дать морковку. Хотя морковку он сам добудет. Оп, где еда? Вот жареная свинина. Что-то он там уже кричит. Не подумал. Надо, наверное, было сделать столбик для начала. Ну ничего, я сейчас тебя переиграю. На него уже голем напал. Влад. Еще один! Помогаешь голему, что ли? Отстань! Ты же не дерешься вроде. Эй. О, ну-ка, даем ему еду. Так. Что? Спасибо. Возможно, сейчас поверит. Иди отсюда, ты же голем, я тебе не доверяю. Ты по-любому его друг. Я нашел место, все! Бью его, бью. Я знаю, как ему помочь. Давайте сейчас тогда выдадим себе эффект силы. Бесконечно, чтобы он этого не видел. И убьем голема. Опа. О, фига, я сильный сегодня. Не зря поспал в церкви. Он сильный? Это ж я ему помог, он чё, вообще обалдел? О, ты, блин, вас добавили, а я даже до сих пор не знаю, что вы умеете. Вы, видимо, носите какие-то ресурсы. Ну-ка, что ты будешь с этим делать? Ага, два яблочка. Давайте сейчас выдадим себе два золотых яблочка. Может, так он хотя бы нам поверит, а? Опа, все, держи два золотых. Во, нифига, имбовый персонаж. Так, мне надо вас сделать, просто стаю, будет армия таких у меня чубриков. Так, чубриков. Он уже верит так, нам. А давай, все, все, бери все мои яблоки, сделай мне золотой батон. Ага. Нифига и себе. Золотые слитки еще хочу. Чего? Окей, сделаем тогда еще 8 золотых яблок, а также Golden Ingot. Где они? Вот они, 5 штучек. Опа, опа. На, держи золотые зачарованные яблочки. Да их же невозможно найти просто так. Слушай, это все здорово, а где мой хлеб? Подождите, давайте тогда ему просто вернем хлеб. Нифига себе, он обалдел, конечно. Я ему тут золотые зачарованные дал, ладно. Обычно. Обмануть собирался, что ли? Ты смотри. В смысле обмануть? Я ему тут помогаю. Он нифига себе как реагирует. Проходи. Проходи, проходи. Ты сегодня пойдешь со мной в шахту. Точнее, завтра. Вставай! Подъем! Спать. Добрый. Ты что, стоял тут всю ночь, реально? Ну ладно, такой ты верный, да. Такой хороший. Откуда ты появился, интересно? Из Майнкрафта, который не добавили персонажа этого. Вот, эндермена надо убить срочно. Мы сейчас спидраним. Все, погнали. Он сказал эндермена, эндермена. Окей, окей, сейчас расправлюсь. Ага. Опа. О, так он и сильный еще такой. Такой малютка вроде с виду. Всех могу с одного удара, смотри. Так, так, голем, срочно. Мне нужна кирка железная, сейчас же. Ну ладно, в этом, в принципе, нет ничего сложного. Где тут Iron Pickaxe? Все, супер. А где мой хлеб? Ты меня опять на хлеб? Да держи хлеб. Смотри, блин. Все, идем с тобой в шахту. Будешь сейчас искать мне алмазы и пойдем с тобой в ад. Нам надо портал в ад найти. А, надо в шахту теперь отправляться. Блин, ладно, я знаю, как ему помочь, если что. Пока он ищет шахту, я, наверное, выдам тогда себе сразу алмазную кирку. Где она, где она, где она, где она, где она? Вот она. И зачарую ее на эффективность. Enchanted собака P Efension. 5. А зачаруем также на удачу. Как-то фортуна 4. Получилось? Нет. Третий, что ли? Да, третий. Так, а где он? Куда он подевался вообще? Он спрятался? Так, давайте как к нему телепортируемся. Ага, привет.
можешь не так резко появляться? Я думал, я потерял. Все, понял. Смотри, я нашел нам с тобой новых тебе заменителей, так сказать, заместителей. Ты что, обалдел? Мы сейчас сделаем кучу армию, и ты мне будешь не нужен больше. Я понял. Ну-ка, надо срочно убрать это у него. Купер, Роу, или как? Роу Купер, или как? Я не помню. Роу Купер. Так, сколько у него? Все, уберем. О. Пропало. Слушай, высшие силы, видимо, не хотят, чтобы я тебя заменял. Ну, будешь, значит, работать на меня всю свою жизнь, пока не заржавеешь в этой деревне. Капец, он жестокий, ладно, давайте ему поможем тогда. Так-то лучше, уго, ты и копать можешь. Капец, Майнкрафт, что-то полезное добавили. Не ожидал. Во, сейчас мы ему очень много добудем угля. Смотри, у меня уже 19 штучек, на, забирай, Владик. 45 с одной жилы. Надо еще. Пусть думает, что я супер полезный, копаемся. А ведь я и так супер полезный, нифига себе, сколько я ему сейчас надаю. На, держи еще 30 уголька, мне кажется, тебе потребуется это. Нет, слушай, уголь-то, конечно, круто, но какая-нибудь польза от тебя есть еще, кроме угля? Чего ты обалдел? Так, чего бы придумать тебе, какое интересное задание. Блин, что они вообще могут? Они, походу, безграничные, у них власть. Так вот зашел повыживать в Майнкрафт. А мне и выживать уже не надо. Все за меня делается. Так, нам надо в ад, срочно. Ищи мне портал в ад. Хорошо, сейчас найду. Блин, он бегает долго за мной, надо от него как-то скрыться по-быстрому. Так, чтобы он не заметил. Долго. Опа. Долго. Он меня не видит. Он еще и быстрее так, меня оказался. Так, окей. Блин, надо найти где-нибудь сломанный портал. Чувствую по запаху, где-то здесь должен быть сломанный портал. Я надеюсь, он там не потерялся еще. Если он потерялся, то все, ему ха... Так, все, нашел. Если он потерялся, ему реально хана. Так, давайте его телепортируем тогда сюда. ТП, мазачел, ко мне. Да я копался, ты что сделал со мной? Я там вообще-то вот, был... Портал. Иди, давай, бери все, что тебе надо. Так, тут есть так, что нам 12 надо? Золотых морковок. Мы сейчас ему поможем. Так, золотая кирка! Так зачем нам вообще играть? Я теперь ультрабогатый. Вот так. Все. Сколько? Это в сундуке было? Мне кажется, он теперь доволен. Надо достроить. А блоков-то и не было. Сейчас золотой киркой добуду. Так, давайте, пока он не видит. Опа, построили портал. Отлично. Все. Мне кажется, он будет доволен сейчас. Я почти сломал. Он золотой киркой ломает? Давай, чуть-чуть осталось. Ладно, я знаю, что еще мы сделаем. Вот так вот. Не выпало. Еще. Он не заметил, серьезно? Сейчас выпадет. Ну ты все испортил мне. Портал! Офигеть! Слушай, а может ты мне игру пройдешь тогда? Капец, можем! Понадобавляют всякой фигни. Как в игру играть? О, супер появились. Мы где? Так, нам надо искать ифритов, дружок мой любимый. Самый лучший на свете. Ифритов искать? Ладно, в принципе, есть идея. Надо его немножечко задержать. Опа, пусть он вниз пока что. И сейчас, типа, отправимся на поиски. Так, главное, чтобы не увидел. Опа, все, он меня не увидел. Отлично. Так, он хотел на поиски ифритов. Тогда ладно, я ему сейчас помогу найти этих ифритов. Где-то здесь по-любому должна находиться как раз-таки крепость эта адская. Только вот где она? Блин, ладно, сейчас будем искать. Надеюсь, он не умрет здесь. А то он как-то плохо себя сегодня показывает. Очень плохо играет. Я нашел крепость. Отлично. Так, надо его сюда опять телепортировать. Я боюсь. Так, я надо его опять сюда телепортировать. Опа. Закрой глаза и ничего не буду видеть. Мне страшно. Ты совсем что ли? Проснись! Я думал, напали! Опять ты, голем, ты меня спас! На меня напали там какие-то кабаны! Я думал, это все капец! Там и доброта была, все было! Кабаны недобрые так-то! О! Отдай! Слушай, ну мне выпало немножко! Так, 32 штучки, тебе подойдет! Нифига, как-то многовато глаз на одного эндермена. Ему их некуда банально ставить. Хорошо, тогда нам осталось просто добить ифритов. Все! Куда ты меня привел-то? Ифритов нет! Где они? Что наделал? Что ты делаешь? Как он так быстро копает, капец. О, нифига, приколь. Капец, он глупый, конечно. Убить меня собрался или что? Ты против меня играешь? Я не пойму. Мне может тебя на части разобрать? Я знаю, что сделать. Я сейчас зелье ему регенерации просто дам. Регенерация, так. О, регенерация второго уровня, ну подойдет, в принципе. Надеюсь, он не погибнет за пару секунд, потому что он может. Жалко тратить яблочки, они же дорогущие. Ой, не надо будет, спасибо. Все, ладно, ты мой. Так, ты... я ему помог, брат. Смотрите, я ему сделаю сейчас дорожку, чтобы он смог спокойно забраться. Ты леса строишь, капец.
Пипец. Я хочу себе виллу в Испании. Нифига себе, что ты захотел? Ничего тебе не будет, понял? Тори, чертоги страх. Ладно, на самом деле, пока этого и хватает мне. Так, а где Ифриты? Что-то до сих пор мы так и не нашли, тебе не кажется? Маленький ты мой помощник. Ладно, сейчас найдем. Давай за мной. А, он потерялся, как всегда. Ну, как всегда, вот что, надо было его оставить всего лишь на секунду, он сразу ушел куда-то. Где он? Выжить! Так, надо к нему, надо к нему. Че он там делал? Яблоко и вперед. На-н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 а. О, помощник, давай. Пошел. Так, мне выпали уже эти палки. Вот, давайте ему сразу вот столько отдадим. Чего уж мелочиться. Пусть у него сразу будет очень много. 64 штуки. Ну да, как обычно, тихо падает. Уходим отсюда. А, блин, еще и порталы за него искать. Я не буду этого делать. Короче, есть более простой вариант. Смотрите, мы сейчас здесь с вами прописываем сет-блок. Незер портал. Опа, все. Ладно, нам пора уходить. В общем, надо... Ну что это такое? Это откуда тут? Ну и где он? Он сгорел. Ладно, есть идея. Сейчас мы его сюда просто телепортируем. Опа, все. Хотя зачем я его сюда телепортировал? Не знаю. Че я опять? Меня ад, походу, не отпускает. Да ты посмотри сюда, дебил. Я тебе портал сделал. Портал, заходи. Черт, это ловушка какая-то. Почему мы вечно оказываемся здесь? Даже после смерти я оказался здесь. Очень странно, Ладно, я ему сделаю, наверное, еще один. Смотри, на что я способен. Опа, второй. Мир начинает пожирать портал. Черт, надо бежать отсюда. Ну ты дебил. Ладно. Обсидиан, мне нужен срочно обсидиан. Ну ты-то где, ты там побежали? Ты что, не видишь, мир разрушается? Где он? Куда он подевался опять? Я здесь, ты чего там бегаешь? Поднимайся ко мне, дружок, я тебе блоки даже скину. Ты дебил, я тебе портал строю. О, ты выход делаешь, пошли отсюда скорей. Какой он глупый. Капец. Это, блин, наверное, один из самых сложных вообще моих моментов, где я проходил Майнкрафт за кого-то. Я первый раз вообще прохожу за кого-то Майнкрафт. Блин, зомби еще бежит. Да, вот так вот, хорош. Я лучший предводитель. У меня будет армия таких. И я тогда сокрушу весь мир. Все будут ходить подо мной. Те овцы, коровы, которые смеялись надо мной, теперь будут под нами. Лучший! Пойдем со мной. Я полководец теперь. Мне страшно за свою жизнь теперь. Если он мой полководец, то мне точно не жить. Ладно, мне надо, наверное, сразу приготовить ему меч, зачарованный на силу. Окей, наверное, тогда сразу лучше это все выдать себе. Собака П. Зачаруем на шарпнес. Да, на шарпнес 5. Если что, у меня будет меч, я смогу его, если что, защитить. Ну что, ищи портал давай, или ты сам не умеешь? Так, надо сделать нам вот эти штуки. Ой-ой-ой, спасибо, нифига ты кинул мне. Крутой. Все, ищем. Где это? Как этим пользоваться, я не знаю. Да. Он себя потратит сейчас. Вот оно. Все, я вижу. Все, полетели за ними, вперед. Ой. И все, закончились. Ладно, давайте ему здесь тоже поможем. Я, пожалуй, сразу туда тогда отправлюсь. Мы сейчас... Спасибо. Чем мы сейчас займемся? Я знаю! Мне срочно надо помыть ноги сейчас же. Сейчас сделаем водичку, хочешь, да? Где там water? На, мой. Ой. Хорошек. Ладно, так. Давайте, пока есть у нас время, будем искать тогда Stronghold. А, он в 359 блоках находился. Ой, голем, знаешь, тут так хорошо. Хочу сейчас же себе смузи и посмотреть вот так вот на океан. Что ты наделал? Я этого не хотел сейчас. Избей. Фу. Так, эту надо убить. Ее надо убить. Да что ты? Да мама! Сейчас. Серьезно, я на секунду отош... Я секунду ему не помогал. Секунду. Так, ладно. Иди-ка сюда обратно. Я ему уже не доверяю. Я, пожалуй, возьму Ока Эндера себе. Желательно сразу побольше. Я боюсь за его жизнь теперь. Сам активирую. Сейчас я сделаю Ока. А, у тебя есть? А что ж ты молчал? Заставил меня бегать, что-то отбиваться. Я вообще-то сам... Все, пойдем. Ага, я понял, как ему заткнуть рот. Ты мой воин. Ты сейчас должен снести все башни, снести всех эндерменов здесь, вообще всех. И я сражу этого дракона сам, ведь я здесь главный. Сразить всех эндерменов? Я надеюсь, он подойдет сейчас к эндерменам. Я знаю, что я сделаю. Так, kill собака Е, эндермен. Мне кажется, ему это понравится. Я... Так, я, конечно, в шутку сказал про эндерменов.
Ну это что, возможно? Я уничтожил всех эндерменов для него. Капец, он крутой. Так, но все равно сразить дракона должен я, ведь вся, всю славу, все должно достаться мне. А главное, чтобы он не умер, я ему не помогаю сейчас, и мне страшно, мне реально страшно за его жизнь. Надо, чтобы он хоть как-то мог обороняться. На-ка, держи этот очень мощный меч, пожалуйста, подбери его. Что мне отбиваться от него? Ого, капец, Энд заспавнил мне меч откуда-то, странный. Энд заспавнил! Ну все, давай, дракон, я готов. Эндермен, отстань! Нет, серьезно, я ну реально отошел ненадолго, все, пошел вон. А, мне даже страшно, мне кажется, он не справится. Ладно, я ему помогу, у меня как раз-таки есть сила, он даже не заметит. Он будет думать, что сам ударил, а на самом деле ударил я. Ай-яй-яй, больно, сейчас я тебе ударю, сейчас. Вот так тебе, оп! Он от Эндермена умер, да вы издеваетесь? За что? Я ему бегаю, помогаю, я дракона ему убил. Я его даже сюда телепортирую. Ух, сегодня, походу, не зря я сходил в качалку. Убил дракона? Так, мы с тобой об этом расскажем вообще всему миру. Все будут знать, какой я классный и крутой. Ты классный? Я всю работу сделал за тебя! Закушу-ка я свою победу яблочком. Я ему даже помогать не буду. Я ему не буду помогать. Чего ты стоишь? Я не буду ему помогать. Нет, сейчас нет. Он слишком обалдевший. Прощай! Какой он офигевший все-таки. Вот помогай после этого людям, будучи кометным големом. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акакий Медный Голем. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова.